Напомним, что в чемпионате приняли участие 42 сотрудника органов внутренних дел из 14 команд. Это лучшие из лучших по итогам зональных соревнований, прошедших накануне во всех районах Кубани. Два дня сотрудники полиции демонстрировали выдержку, выносливость и меткость в стрельбе. По итогам сегодняшних соревнований у нас будет сформирована сборная команда ГУМВД по Краснодарскому краю, которая выступит у нас на всероссийских соревнованиях, которые будут проходить в городе Владимир. Главная судейская коллегия подвела и утвердила результаты финальных соревнований. В командном зачете в первой группе третье место заняла команда из Крымска. Серебряные медали у команды Анапы. Высшую ступеньку пьедестала заняла команда из Краснодара. По результатам личного первенства, по преодолению полосы препятствий со стрельбой, бронзовым призером стал Тимур Исаев из станицы Каневская. Второе и первое место заняли полицейские из Краснодара Александр Бондаренко и Рустем Бекиров. Все команды-победители награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами.